Я тебе подам. Вот Люба вышла. Ну, помочь тебе? Не надо. Ну и снимать не надо, пожалуйста. Давай, давай, не разговаривай. Это мое дело. Твое дело стул, а мое дело аппаратура. Вот из храма к батюшке она зашла. Побыла с матушкой. Ну, я бы ее на аренду взял, она поехала. Ну, вот она как. Каждый, говорит, шаг ангел считает. Вот в храм добирается. И как она... Вчера на машине ее увозили, как. Я сниму еще раз. Вот любовь какая храмовая. Ее и звать-то любовь. Так, батюшка, бери ее под руки. Вот как наша сестра одета. Подожди, а тебе надо этот... Красота. Я тебе привезу, куплю там этот. Ты еще хоть коротко расскажи, что случилось-то с тобой? Ну-ка. Хотела доброе дело сделать. Именно но... как? Ну, доили коров у Игоря, они уезжали отдыхать. Барабаши? Да, да, да. И ты пошла за корой доить? Да, доили коров, ну, вот где-то неосторожно так подскользнулась. А на чем подскользнулась? Ну, там как бы приступочка такая, а что же с сарай? У коров сыр. Там? Да, да, да. И ты упала? Ну, да. Еще ты повредила? Левая нога, лодыжку или что? Нет, где голень и стопа соединяются. Сломала? Да, перелом. Сломала. Еще себе. Ой-ой-ой. Я не могу смотреть это. Вон Нина Васильевна пришла тебя поворовать. Вон она пошла, красавица. Ну, батюшка за рулем. У той рука. Так. Ну-ка. Вот она и села, батюшка села. Давайте, по новой трассе. Батюшка на ней тут воздух рассекает. Я нахожусь около Барабаша, и что-то сегодня не видать. Одна Марья тут. Вот как люди любят друг друга. Вон он, закопотил. Вот, а тут Виктор Николаевич со своей газелькой. Сейчас за арендой собираемся, одного человека не могу найти. Тут Плотникова. Мой друг близкий, Серафима Гавриловна. Мы сегодня ночью отправили Виталия. Она его только увидела один раз и говорит, кого ты напринимал? Что ты делаешь? Что ты творишь, старик? Прогони его отсюда, прогони. Он нехороший человек. Я говорю, как ты узнал, это нехороший? Да он элементы платит. А-а-а, сама-то натерпелась в жизни. Ну и дальше она ему многое сказала. Ну, уехал Виталий, все, не огорчился.